Хочу сказать, друзья, что ягоды уже в конце июля выглядят уже не очень красиво. Но сладость, друзья, это просто что-то. Особенно такие уже подсушенные. Количество сахара у них, наверное, зашкаливает. Но очень вкусная ягода. Здесь в высокой траве она не крупная, но сладкая, потому что поспевает позже, но и поспевает до такой степени, что уже идет на засушку. И в этот период она становится ну просто сладкая, как не знаю что. Всем привет, друзья! Сегодня уже 21 июля. Лето осталось совсем чуть-чуть. Сейчас вот ягода сохранилась в высокой траве. На самом деле ее, конечно, идешь не видно. Трава высокая, сочная, цветы. Но стоит нам, друзья, вот сделать несколько движений, и вот что мы видим. То есть вся ягода в высокой траве, конечно, скрыта. Чтобы ее увидеть, найти, покушать, нужно сделать некоторые действия, что я вам сейчас и продемонстрировал. Это лесные яблоки. Что характерно, многие из них червивые, что говорит о том, что это экологически чистые. Что очень ценно. Никакой химии. Пока не нашел червивую, но позже найду. Какая-то штука их ест. Ну, уже видел червивые, так что потом покажу, если будет. Ну вот, друзья, в лесу яблочки. Дикие, конечно, они. Я не знаю, как их там называют. Эти канавы, здесь дороги строили. Там дальше, если даже качают нефть, разработки были здесь. Думаю, что поэтому здесь яблони и появились. Здесь у нас возвышенность метров 60, наверное. Дальше там метров 100. Бугульминско-Белидеевская. Ну, мы сегодня перед бассейном решили прогуляться и записать яблочки, ягодки и нашу чудесную природу.